Фонд развития гражданского общества представил рейтинг социально-экономического положения регионов России по итогам прошлого года. Коми вошла в десятку лидеров и заняла 6-е место в списке, поднявшись в рейтинге с 22-го места по итогам первого полугодия 2021-го. Сам рейтинг построен на использовании данных Минфина, Росстата и налоговой службы и формируется на основе учета 9 критериев. Среди них средняя зарплата, отношение средней зарплаты к прожиточному минимуму, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета. Напомним, в этом году правительством республики разработана программа социально-экономического развития региона до 2027 года. Сейчас ее проект на согласовании в Минэкономразвития России.